Приветствую вас. Ну, во-первых, здесь совершенно отчетливо прослеживается чувство вины. Это первое. Мужчина, вероятно, чувствует себя виноватым перед вами, перед ребенком. Такое бывает. Вот. Второе. Это вероятно, некая неуверенность перед вами, вот, именно перед вами, так сказать, допуск того, что вы можете как-то агрессивно среагировать и высказать что-то, в чем, по мнению мужа, хоть он в этом и не признается, вероятно, но вы будете правы. Вот. Может быть, дело еще и в том, что человек, как бы так сказать, я имею в виду любовница мужа, да, вот, она не уверена в себе, вот. Не просто не уверена в себе. И чувствует, что вы там уже еще, ну, имеете какое-то значение, да? И таким образом она защищается, а муж, как бы, он вот транслирует ее мысли, ее позицию такую, вот, пусть и несколько странно позиция, да, то есть это, ну, в целом позиция такая больше неуверенного в себе человека, вот. Другой вопрос, на который, как мне кажется, нужно обратить внимание, это вопрос о том, почему вы не развелись с мужем до сих пор, если уже довольно давно вы не вместе. Вот, что вас удерживает вместе, то есть что вас удерживает от того, чтобы развести, может быть, какая-то надежда и так далее. Хотите ли вы сами встретить мужчину или продолжаете надеяться на то, что он вернется? Вот. А что еще хотел бы, значит, так, по разговору попросил не трогать меня особенно, так, здесь, видимо, слухи, есть какие-то, может быть, здесь какие-то сплетни, вот, что еще может быть, да. Вот слухи и сплетни могут иметь место здесь, к сожалению. Вот такой момент, он, ну, в общем-то, он очень неприятный, да, но он может иметь место, быть этот момент. Вот. То есть кто-то, может быть, распространяет слухи про
у вас. Вот. И откуда-то он узнал, да, то есть вот вам здесь спросить, кто, откуда ты знаешь, что мы там плохо говорим, да, то есть как бы, откуда у тебя там, ну, информация, что мы там плохо говорим, допустим. Это такой, на самом деле, важный момент, откуда он узнает о том, что вы там плохо говорите про него и его любовницу. Но в целом, конечно, это показывает некоторую, какую, я бы сказал, некрепость в отношениях, к сожалению. Вот, потому что, ну, как бы, если бы отношения были крепкие, если бы все было понятно, да, то я не думаю, что были бы эти просьбы и необходимость в защите какой-то. Вот. Так что, такой вот момент. Значит, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.